Я же сказал, я просто так никого не добавляю. Если мы с тобой не знакомы и так далее, бесполезно ждать, я не добавлю. И то, что мы играем, это не значит, что мы знакомы. Если ты вдруг сейчас хотел это написать. Кто? Я? Нет. Нет, я танкисту говорю. А. Саня, я-то уже давно понял, что ты это просто так не добавляешь. Я добавляю только, если я сам решил, то, что человек нормальный, адекватный. Есть такие люди, которые... Знаешь, когда я... Что? Говори. Нет, говори ты. Ну, я когда тебя увидел, я такой сразу... Что за нахуй? Пища. Короче, там песенка тила, привет. Чего песенка? Хотя потом я успокоился. Ну, типа, погоди, я сейчас хочу песенку. Типа, знаешь, мемчик, привет. Присаживайся. Я не пойду, я пока здесь буду. Чё ты говорил, ты знаешь меня или чё, не понял? Вот, этот, блядь. Не, я когда тебя увидел, у меня сразу такое, знаешь, это сначала подумал, что-то надо сказать, потом подумал, что не надо. А потом понял, что, ну, типа, чё мучиться. Ну, увидел. Ну, бывает. Играет он, играет. Типа, не, одно дело там сказать что-то, ну, бля, привет, ты охуенен и так далее. Вот мне сейчас, говорят, написали. То есть не просто сказать, ты охуенен, да, а что-то еще сопутствующее, ну, с содержанием, со смыслом написать. Не просто «Привет, я твой подписчик!» Ну и что дальше? А сейчас просто на канале, вот я сейчас, у меня память очень короткая, я одно предложение-то могу еле запомнить. Там сейчас 4 или 5 комментариев от одного и того же пользователя. А, кого добавь? Типа ирония. Кого еще раз? А, когда увидел это ирония. Это ирония просто. Типа, давай. Короче, я сейчас буду по одному комменту смотреть, сюда возвращаться в игру и озвучивать. Первый комментарий, блядь, охуенен. Сейчас посмотрю другой. Твой давний подписчик, Эра с тобой просто опупенная. Поехали дальше. Удачи тебе в развитии. Еще. Женя. Ты топ. Все. И писал это все один человек, Павел Заяц. Это случайно не кто-то из вас? Не подумай. Ну, точно не я, у меня друг. Я бы такого бы не скатился, писать 3 комментария. Нет. Это чувство, когда не стрим одно предложение. Что? Тебе бы очень подошло, вот реально я тебе просто говорю, ну, советую, тем более подписчик. Вот, мое личное мнение, ты, конечно, может, не прислушивался, но я считаю то, что тебе стоит потихонечку отказаться от формата таких, знаешь, длинных видео, которые там одну видео 20 минут, а там какую-то ситуацию освещают. И потихонечку переходить к таким вот не нарезкам, но не знаю, на что-то типа, знаешь, делать короче, их совмещать в одно видео, то есть несколько моментов смекаешь. Вот, но опять же нужен видеоредактор. Да. Опять же нужен видеоредактор, это, конечно, да, это уже нужно. Вот я говорю, когда наконец-таки не просто будут писать тупые, бессмысленные, бесполезные комментарии, а когда действительно будет хотя бы какая-то помощь, хотя бы, блядь, по 10 рублей там с человека, не знаю, в месяц или как, и когда я буду иметь хоть какой-то доход с этого, когда я смогу пойти в магазин и купить себе лицензионную программу какого-то видеоредактора, хотя стоит они немало, я лично когда лет 10 назад узнавал, сколько стоил 3D Max, я вообще тупо охуел. У него цена была от 105. Пока... Что? Смотри, я еще предлагаю, сейчас можешь пока начать с Windows Movie Maker, если тебе нужны простые переходики, то есть, если тебе пока не нужно какой-нибудь там сверхмонтаж, тебе достаточно будет Windows Movie Maker, это простые переходы, нарезка видео, то есть на несколько частей пока что. Нет, нарезкой я пока в ближайшие полгода точно заниматься не буду, я пока буду продолжать снимать так. Что? Лично дело каждого. Ну, это я говорю, да, это уже как сам решай, это я просто предложил. Нет, ты сам подумай, я вот за 3 дня, за 4... Нет. Я за 3-4 дня наснимал около 70, уже, наверное, больше 70 видюшек про метрострой. Я их тупо не успеваю заливать. А ты представь, что будет, если я буду снимать видео по 20-40 минут, и мне нужно будет целиком и полностью их перепросматривать, выделять какие-то моменты, подчеркивать для названия видео, потом сидеть придумывать название. Я вчера, сука, 3 или 4 часа придумал название к 2 видео. Вот 2 последних видео, и по-моему, даже еще не загрузил их. Что? Я знаю, да, что такое монтаж, что дело довольно-таки долгое, особенно в плане того, как продумать это дело, то есть это гораздо дольше, чем просто залить готовый видосик. Да и тем более некоторые говорят, вот ты мне... Одно дело, когда есть идея,
и есть материал. А другое дело, когда есть материал, но нет идеи. Вот это уже просто печаль, боль. Я сам по себе знаю. У меня когда-то канал был. Я просто нарезочки всякие снимал. Мне друг кидал материал, я делал видосики. И вот было такое чувство, когда у тебя есть, ну вот, вот ты придумал идею к этому материалу. Материал, фу, блин, не то говорю. Короче, есть материал и есть идея, то это, в принципе, можно сделать очень быстро. Главное реализовать. А вот если у тебя нет идеи, но есть материал, вот это жопа боль. Там надо полчаса придумать. А как вот это ставить? А куда вот это? Ну вот это зачем? Пересматривать эти три раза. Да нет, я просто хотел сказать то, что есть даже подписчики, там, как минимум один, который говорил, вот я тебя смотрю лишь только из-за того, что ты видео не обрабатываешь. Я говорю, ну ладно, окей. Да кто ты, это ценит, кто-то тем более. Что тем более? Говорю, ну то да, и тем более, то есть есть такие люди, которые нравятся такое, то есть, ну это лично мое мнение, понимаешь, это не означает, что всем такое нравится, это просто мое. Ты, короче, сказал, что ты подписчик Кебаба, а как тебя там зовут на Ютубе? У меня никак, я просто монтажи делаю, но они у меня висят на страничке ВК и не, просто чисто такие, знаешь. Нет, ты сказал, что ты вроде подписан на меня или нет? А, ну да. Ну, так, какой я ник? Не буду оглашать, я анонимус. Хуинимус, нет, серьезно. Если хочешь, можешь меня в ВК найти, но лучше. Меня ВК нет, просто ты просто скажи ник на Ютубе и все, в чем проблема-то, чтобы я знал, ну, а что это нет, ты. Вот именно, что у меня ник, понимаешь, я почему не разглашаю, потому что проблема в чем, потому что не разглашаю свой ник на Ютубе, потому что у меня там реально имя, если бы я регался там года 4 назад, я был долбоем, который не знал, потому что надо врать что-нибудь выдуманное, а пообещал все реально. Так, не совсем понял. Подожди, я не. Повтори сначала, я нихуя не понял. Почему? Я просто говорю к тому, и ну, я не хочу сказать потому, что у меня там стоит реальное имя и фамилия, потому что я регал аккаунт очень давно. Я тогда еще не знал о понятии анонимности в интернете ничего. И у меня там стоит реальное имя и фамилия. И ты типа вот. Не хочешь палиться, да? Ну да. А ты в курсе, что ты это можешь изменить поэтому. Спокойно? Зайти в настройки Гугла и. Я знаю, я поэтому потом сделаю, плюс, потом скажу. Стоп, а чувак, как звали этого, который написал 4 комментария и не вместил в один? Сейчас посмотрю, скажу, подожди.